Всем привет! Мы сейчас уже возле Rail Station, возле железной дороги. Приехали сейчас на такси. Вот, почти уже скоро отправляется наш поезд в Лондон. Но мы приехали даже раньше, чем ожидали, поэтому у нас есть времечко. Вот. Ну все, увидимся в Лондоне. А, нет, может быть, еще в поезде увидимся. Так что ждите. Нажимать самим на кнопку, когда он пришел поезд, и дождаться, пока откроются двери, представляете? Места можно выбирать самим. Самые лучшие места были заняты. Это лучшие, значит, со столиками и по ходу движения. Так что мы сели против хода движения и едем. Места не слишком много на самом деле здесь, но в целом удобненько все. И, кстати, здесь столики тоже есть. Это столик? Да. О, да, вот такие вот столики есть. Вверху есть вот такие полки, чтобы поставить, но они такие маленькие, что даже мой рюкзак туда не залезет. И все, можно только еще под сиденье поставить. В проходном помещении есть как такие стойки, куда можно положить багаж. А, да? Ну вот. Но я обычно там не оставляю, я сижу где-то в середине вагона, блин, что я вижу, что ну там да, происходит. Ну да, конечно. На свой страх и риск, то есть оставляешь там. Ну там обычно с аэропорта большие сумки закидываешь. Ну ясно. Смотрите. Угольные, по-моему. Игорь говорит, что такие уже снесли, и их будут все сносить. Так что, возможно, у меня видео историческое, когда они еще есть, эти трубы. Мы подъезжаем к Лестеру. Это наша единственная остановка здесь. Ну и потом следующая — Лондон. То есть одна остановка всего за весь путь. Полтора часа ехать до Лондона. Вот, смотрите, я даже в туалете сейчас вам сниму, что тут происходит. Туалетик очень-очень маленький. Но есть зеркало, видите? И здесь зеркало, и здесь зеркало. Вот здесь вот рукомойничек такой малюсенький и унитаз. Очень-очень тесно. Смотрите, здесь есть бумага туалетная, здесь есть вода, мыло и сушилка. Вот вода, она работает просто от сенсора. Мыло надо вот здесь вот нажимать, ну не нажимать, а на себя рычажок этот потянуть, и будет течь мыло. А вот здесь просто подносите, руки сушат. Дальше. Смывать, к сожалению, надо нажимать на эту кнопку, не от сенсора работает. Вроде бы все. Самое интересное показалось. Здесь сейчас кнопочку надо нажимать. Вот мы и в Лондоне. Это наша станция, откуда мы поедем. А, да? А, в зависимости, на какую ветку мы пойдем. В 2 часа у нас только заселение, поэтому, думаем, может быть, хотя бы кофе попить. Вот в таком автомате надо заказывать транспортную карту, покупать, вернее. Не, русский надо, к примеру? Вот любой можно взять. Русского нету. Ну, и что за дискриминация? Даже вон пунджаби, тамил, туркиш, урду, блин. Да. Первую по четвертую зону. 58. Да, но он должен быть как раз где-то 53, потому что пятер он чарджит за карточку. С первую по третью. Вот.
это вот, плюс. Вот, с первого по третью минус пятерка, это 43 получается. С первого по четвертую надо брать. Ну да, да, с первого. Будет 63, а не 43. Да, да, давай. Но нам здесь придется платить за карточку, все равно 5 фунтов. Потому что почему-то, когда берешь на неделю, не выдает бумажную, а выдает только пластиковую. Если на день, то можно бумажную взять. Все, у нас получилось две карты. Мы заплатили 116 фунтов за две карты. Возле самого входа в метро есть еще вот такое табло, где указаны места, куда нам нужно приехать. И по нему более удобно ориентироваться. В общем, едем мы уже в метро. Спросили у рабочих, как ехать. Чуть-чуть сами разобрались. Вернее, Игорь разобрался, я даже и не пыталась. Посмотрим, куда приедем. Наконец-таки я могу снять эту маску. Уже задыхаться начала, если честно. Мы приехали в Паддингтон Стейшн. Честно говоря, мы думали, что нас будет ждать здесь плюшевый мишка, но на самом деле нет. Нас ждали только лодки. Но тоже хорошо. Все такие цветочные, прикольные. Здесь где-то наш отель. Все еще у нас есть время до заселения, хоть уже и меньше намного. В общем, решили прогуляться. Я надеюсь, что мы найдем какое-нибудь уютное кафе и сядем за чашечкой кофе. А нет, вот медведь нас встречает. Я-то думаю, где же ты? Почему не встретил нас у входа? Оказывается, ты здесь. О, какой он бархатный. Прикольно. Класс. Мой любимый цвет. Скажешь, турист? Я скажу, что метро сложное, на улице жарко, это такой пессимистичный турист, а так позитивный, если то все хорошо. А ты что скажешь, турист? Непонятно, куда идем, мне больше нравится, когда что-то непонятно. Последнее время мне тоже. Но я увидела там красный автобус, и это уже хорошо. Значит, мы хотя бы в Лондоне. Хотела, кстати, сказать, что поезд Батуми-Тбилиси и Тбилиси-Батуми, вот тот новый, который, намного комфортнее, лучше и красивее, чем вот этот поезд, на котором мы приехали. Здесь вообще как-то мало места было. Так что нам повезло, грузины, в этом. Мне кажется, эта улица старая. Посмотрите, какая тут кладка. Интересно. Очень классно. Направляемся к нашему отелю, уже совсем близко. И посмотрите, какой тут прекрасный вид. Просто чудесный. А, это один госпиталь? Просто такое ощущение, что их там много, а оказывается, это все один. Все, идем дальше. И вот наш отель. Мы совсем чуть-чуть прошли от госпиталя, то есть вот за этим домом, этот госпиталь Святой Марии, и мы сейчас позвоним на телефон, и потом, когда нас впустят, рум-тур сделаю, нашу комнату покажу. Представляете, прямо напротив нашего отеля вот такой вот прекрасный парк. Сквер, не парк, сквер. С такими большими деревьями в тенечке. Класс. Ну, а до заселения у нас еще осталось 2 часа. И поэтому мы идем в гайд-парк. Он здесь рядом, оказывается, 8 минут до него идти. Не, ну вы гляньте на эту красоту. Аллея березок. Это же чудесно. Самое интересное и классное здесь, в этом районе, по крайней мере, что очень много деревьев. Они скрывают нас от палящего солнца. А вот таких двойных в Дерби я не видела, почтовых ящиков. When
cuando tú me llenas cuerpo besos. Esa sensación tú no la ves, pero que me llena con exceso más y más y más. Мы сейчас подошли к другому выходу гайд-парка. Здесь нельзя на велосипедах. Посмотрите, какой милый домик. Я подумала, что это кафе, но, видимо, нет. И там вот какое-то интересное здание с старой машинкой. Похож на вокзал старинный. И прудик есть. Как красиво! Посмотрите, и собака бегает здесь мило. Английская овчарка. Вот это кафешка? О, точно. Только на улице никто не хочет сидеть, потому что жарко. Жарко, да? Класс, смотрите, какая арка. Итальянская кафешка. Italian Garden кафе. Класс, вот мы туда сейчас пойдем. Ой, самолет низко летит, посмотрите как. Очень красиво, очень-очень-очень. Мы сейчас в гайд-парке, зашли в кафешку, взяли кофе и разместились вот здесь, прям под деревом, на траве. Смотрите, с таким прекрасным видом. В основном все сидят на травушке-муравушке. Поэтому мы тоже так же сядем, чисто в английском стиле. Очень вкусный кофе, кстати, очень. Прям супер. Вот мы пришли внутрь, нам дали какую-то бумажку заполнять, и что ты там заполняешь? Не фамилия. Что еще? Смотрите, какая у нас здесь лестница, вот прямо дверь. Нам от двери дали ключ от этой и от комнаты. И вот здесь мы поднимаемся. Здесь картины везде висят. Мне так нравится, что здесь вот такая лестница. Чисто в английском стиле. Так, Игорь, я захожу, выйди из комнаты. Мы с моими подписчиками должны вперед войти. Нормальный эконом-класс. Да? Заходи. Заходим. Вот маленькая кровать. Да, говоришь, нужно дополнительная кровать еще. Большая. И вот здесь, смотрите, туалет, ванная. Маленькие совсем. Все вместе, не ванна, а душ. Мало места, но нам хватит. Мы здесь на 3 ночи. Смотрите, тут даже такой вот стульчик есть интересный. Вот. У нас еще завтраки включены. Сказали приходить без 10:09. Кондиционера здесь нету. Мы очень рассчитывали, что он здесь будет. Но не так уж жарко, как у нас дома. Посмотрите, здесь шкаф. Сказали, что не будет окна. Да? Да. А, нет, это в другом отеле у нас, да? Не будет, да. В этом ничего не сказано. Ну, кстати, на букинге и про кондиционер ничего не сказано. Нет, там не написано, что его нет. Мы не рассчитывали на кондиционера здесь, но все-таки надежда была маленькая. Однако здесь его нету. Ну, ничего страшного. Ого, тут даже фен есть, посмотрите-ка. Вот, если вы писатель, вы можете сесть за стул, написать. Здесь вот телевизор маленький. Ну и вот... Здесь такой предбанничек, как бы. Здесь тумбочка есть с телефоном. И там тумбочка есть.
Комната маленькая, но за ту цену, которую мы заплатили, это был самый лучший вариант, если честно. С брекфастом. Очень сложно найти, на самом деле, отель с завтраком. И не сложно, более... просто ценник. Да. Мы трое суток здесь будем, три ночи получается, и вот за каждую ночь со скидками 43 получилось, там скидки какие-то были, и в общем-то, да, 43 фунта получилось, это с завтраком, это очень-очень круто на самом деле. Полы, кстати, скрипят. В лучших традициях Англии. Сейчас переодеваемся во все легкое и идем гулять. Отель мы забронировали на booking.com. С 14 июня по 17 июня, то есть 3 ночи, 7,3 балла из 10 у него рейтинг, хороший. И мне очень понравилось то, что здесь есть завтраки. Вообще мало отелей было с завтраками, но мне этого очень хотелось, потому что экономится сильно время утром. Не надо искать, где покушать, а можно позавтракать в отеле и потом идти гулять и уже обедать где-нибудь в кафе или в пабе. Сейчас покажу на карте, где это. Вот на карте, вот в этом районе у нас отель. Я, честно говоря, не знаю Лондон, поэтому вам покажу просто на карте. Если вы знаете Лондон хорошо, вы сразу поймете, где это. Вот он, моргает.